Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. В России ужесточат контроль за деятельностью управляющих компаний. Если в течение года организация несколько раз привлекалась к административной ответственности, ее могут лишить лицензии, пишет РБК. Об этом говорится в поправках к законопроекту о внесении изменений в жилищный кодекс Российской Федерации. Полный перечень грубых нарушений установит правительство России, сообщается в документе. Кроме того, предлагается разрешить внеплановые проверки управляющих компаний на основании распоряжения главного госжилинспектора. Напомню, ранее ужесточить ответственность управляющих компаний за грубые нарушения предлагал Минстрой России. Ведомство намеревалось лишать их лицензии без суда после двух штрафов от госжилинспекции. Дайджест недвижимости. Аренда однокомнатных квартир в Кирове подешевела почти на 5%. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир» по итогам полугодия. Двухкомнатные квартиры также потеряли в цене – около 2%. А вот трешки демонстрируют рост на 7,5%. Аренда трехкомнатной квартиры в нашем городе в среднем обойдется в 17 400 рублей. Как отмечают эксперты портала, однушки в аренду подешевели в большинстве городов России. Падение цен в этом сегменте зафиксировано в 42 крупнейших городах страны, рост лишь в 27. В среднем по России снижение составило порядка 2%. Лидерами списка стали Казань, Липецк, Красноярск, Нижний Новгород и Брянск, где аренда подешевела на 9-12%. Снять однокомнатную квартиру стоит в среднем от 9 до 13 тысяч рублей в месяц. Наибольший рост в сегменте однушек продемонстрировали Сургут, Якутск, Иваново и Саранск. Дайджест недвижимости. Более 6,5 миллионов рублей намерены выручить власти города от продажи помещения на перекрестке Молодой гвардии и Хлебозаводского проезда. Постановление о приватизации размещено на сайте мэрии. На торги выставлен первый этаж здания по адресу Молодой гвардии 100. Общая площадь объекта составляет более 350 квадратных метров. Стартовая цена 6 532 тысячи рублей. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.